Вот на этом поле я начинал играть в футбол. В то время я учился во вторую смену и помню, с самого утра с друзьями выходили, здесь играли. Потом шел в школу, после школы шел на тренировку и после тренировки опять же сюда с друзьями. Здесь я проводил все свободное время с мячом. Дома появлялся только вечером. Может, здесь, наверное, и первые драки были где-то? Может, помочь показать место? Место не покажу, но было. Здесь все было. И футбол, и драки, и много хороших воспоминаний. Есть какой-то еще из футболистов, который тоже где-то жил, может, в этом двору жили или рядышком где-то? Рядышком много здесь кто жил из футболистов, но здесь играл, наверное, я со своими друзьями. Так с кем-то связать больше не могу из футбольных людей. Что ты бы пожелал молодым начинающим футболистам, которые вот в этих окнах, в этих домах тоже сейчас выходят и начинают только свою футбольную карьеру? Я посоветовал им больше времени проводить во дворах с футбольным мячом, чем сидеть в компьютере, вот, в интернете, играть какие-то компьютерные игры и развиваться здесь, на улице. И как мы видим, наверное, в твое время травка такая длинная не была. В мое время еще была сетка на воротах. Сетка на воротах. Сейчас, похоже, давно никто не играет. Вы сами, наверное, тянули сетку? Сами тянули. И у нас ее несколько раз срезали, мы опять ее натягивали. Было интересно в наше время. Ну что, будем надеяться, что если мы вернемся сюда через год, что травка будет не до колена, а уже пробитая и наигранная. Спасибо тебе, Ирина. Спасибо.